Подрыв автомобильного моста через Сіверський Донець вблизи станицы Луганской был осуществлен украинскими боевиками. Об этом в эфире украинского 5-го канала сообщил заместитель начальника главного управления МВД Украины по Донецкой области Илья Кива. Штабом антитеррористической операции было принято решение о том, чтобы предотвратить возможность прорыва террористических сил на наши позиции и подорвать этот мост, сказал он. По словам сотрудника украинской милиции, причиной уничтожения важнейшего инфраструктурного объекта Луганского региона стала гипотетическая угроза наступления вооруженных сил ЛНР. Как сообщил ранее на брифинге в Луганск-информ-центре начальник штаба корпуса народной милиции ЛНР Сергей Козлов, мост в районе станицы Луганской был уничтожен путем подрыва военнослужащими ВСУ, начиненного взрывчаткой. Мост был разрушен в результате подрыва автомобиля, начиненного взрывчатки. Это микроавтобус «Форд». Средства массовой информации Украины тут же попытались обвинить подразделение народной милиции в том, что это наших рук дело. Однако, если мы проанализируем факты, то выводы напрашиваются другие. Украина продолжает блокаду Луганской Народной Республики и делает все для того, чтобы не было никакого общения между гражданами, которые проживают на территории, занятой режимом, который пришел неконституционно и находится сейчас в Киеве.